Привет, мои дорогие друзья. У меня такая радостная для вас и для себя, наверное, новость. Моя Настя, моя ученица, создала свой собственный канал. Главное, что она создала этот канал у себя в голове. Для меня это знаковое событие по причине того, что, учитывая тот факт, что она девочка очень совестливая, очень нравственная и очень скромная, и тот факт, что она решила все-таки создать канал, говорит о том, что очень сильный подъем в духовном росте. И для меня это очень большой праздник. Заходите на ее канал. Как он называется у нас, Витя? Анастасия Рыбак, да. Заходите на ее канал. Будут, конечно, что, скидывать какие-то, что? Ссылка, я просто, видео. Друзья мои, не очень хорошо в этом всем разбираюсь. Кстати, благодаря Насте 7 лет мы с вами общаемся уже. Это все делает она. Что будет там? Под этим видео будет ссылка на канал Анастасия. Да, будут ссылки на ее канал. Заходите. Она будет с вами делиться своей тяжелой ученической жизнью. Ее путь и восхождение к просветлению, к знаниям, ко всему тому, что нужно человеку для того, чтобы достойно, так сказать, перейти в четвертое измерение. Собственно говоря, это все, что я хотел вам сказать. Я надеюсь, что вы поддержите ее канал. И большое вам спасибо, что вы нас смотрите. На сегодня все.